Давайте в подвал. Всем хай, с вами Юджин, и сегодня я замыслил немыслимое, просто тупейшая идея. Мы играем с вами в бабку ремейк на экстриме. Да, я сидел такой и думал, как бы мне себе жизнь усложнить как следует, чтобы убить кучу часов своего времени драгоценного. И я очень сомневаюсь, что у меня это получится, но я обещал вам, я должен это сделать. Но чтобы точно я это сделал, поставь прямо сейчас лайк, пожалуйста. Это очень поможет. Я уверен, что это поможет. Я уже чувствую, как вы ставите их. А, спасибо. Муа, спасибо, ребят. Жмем экстрим. Это на меня не похоже. Я же ненавижу мыть посуду. И тем не менее, я стою и делаю это. И улыбаюсь. Мне даже нравится. Что же изменилось? Недавно я столкнулся с таким явлением, как фильтрация воды. Ну что ты знаешь о фильтрации воды? Точно! Я смотрю свой любимый подкаст. Уже столько времени, оно незаметно пролетело. До этого мне всегда не хватало трафика на видео и музыку. И я решил перейти на тариф Up от Beeline. Я просто выбрал больше гигабайт и получил бесконечный трафик на видео, музыку и соцсети. И теперь мне любое дело дается легко, ведь я скрашиваю его любимым контентом. Только сейчас осознал, что я еще и пропылесосил везде. Никогда не был таким продуктивным. Я знаю, что я сделаю. Я посоветую всем своим друзьям выбрать тариф Up. Скажу им, бери тариф Up от Beeline и выкручивай гигабайты на максимум и получай бесконечный трафик на видео, музыку и соцсети. Вспоминая свое прошлое прохождение Грэнни 3 на экстриме, я понимаю, с какой скоростью сейчас она будет бегать. Хорошо, что она хотя бы здесь одна. Окей. А так. Ой, хорошо. О, дверь приоткрыта, это хорошо, это удобно. По-моему, найдет! Она тут же услышала! Как только я встал, она сразу услышала это. По-моему, она пошла вниз. Но если она пошла вниз, мы пойдем наверх. Она закрыла дверь. Вот ты тварь, конечно. Дверь была открыта. Зачем она ее закрыла? Давайте сделаем вот так. И пойдем вот сюда. Издали звук. Я под кровать сразу. Она не пришла. О, она идет наверх. Значит, нам надо вниз. Давайте быстро вниз. Оп. Быстрее. Отодвигайся, сволочи, есть. Фу-ху-ху. Есть. Она спустилась. Куда ты идешь? О, это очень хорошо, что она туда пошла. На самом деле, я думаю, мы даже можем и забить на машину. Машина слишком сложна. Просто хотя бы через дверь главное выйти. Для нее нужно гораздо меньше предметов. И гораздо легче переносить. Давайте попробуем здесь пошерстить. Я вижу. Отлично, это отвертка. Наверх. У-ху-ху-ху, yes. Каждое движение столько страха во мне порождает. Вот она. Так, пожалуйста, наверх. Это будет супер, если ты пойдешь наверх. Красава! Давайте быстренько. Ну? А? Э? Пожалуйста, давай полезное что-нибудь. О! Хорош! Значит, у нас теперь есть кусачки. Давайте, она пойдет сейчас вниз, а мы как раз-таки наверх применим их. Че, побежали? Побежали! Ой, как громко! Мутим следующее. Бросаем. Должна была услышать. О, еще как услышала. Чтобы кусачками так по пальцам. Ап-ап, чтобы она не могла брать мои предметы. Щиток! Щиток как раз таки здесь. Ни хрена себе. Вот это мне повезло. Это было громко! Значит, я из ваших комментариев понял, что эти кусачки можно использовать для того, чтобы провода перерезать. Точнее, вот эти веревочки, из-за которых колокольчик звенит, ублюдский. Так, все, она ушла. А мы тем временем идем в дальний коридор. Там, где страшно и жутко. Так, быстрее. Она услышит это. Раз, два. Ничего нету. Быстрее. Она пришла. А мы тогда валим отсюда. Ой, капкан. Ух. Не попался. Стоп. Вниз. Оп. Позвенел. А-а-а! Нет. Быстрее. Нет, куда ты сел? Скорей. У-у-у.
Фу, инфаркт был. Инфаркт прямо в заднице. Такой бывает? Кто из вас врач? Бывает такое, что инфаркт прям... А, я знаю, куда надо идти. Вот в тот дом. И очень быстро. И очень быстро. И очень аккуратно. Что это? Ручка. Ладно, крутим. Давай. Нормально, обращайся. Я в ту сторону обращаю. Возможно... А, стоп, в ту. Все хорошо. Ой, какой молодец. Да. Так, это нужно отнести, это нужно отнести. И очень быстро. И очень... Ой, какой молодец. О, вот это я молодец. Стоп, если она придет сюда, это шанс доски выбить. Вот она. Сейчас потеряет меня из виду и пойдем доски выбивать. Ох, пойдем. Главное не бежать. Отлично. Там капкан был, но я это не это. Да, да. Слушайте, мы сделаем это еще раз. Только пойдем перережем тот колокольчик. Нам просто быстренько перерезать. Ага. Окей, собственно, теперь нам надо как-то, чтобы она сюда пришла. Я знаю как. Баночка. Все, побежали. Нам нужно снова пойти в гостевой домик и забрать там арбузик. Давайте быстрее пойдем. Я не знаю, слышит ли она вот эти шаги мои. Будем надеяться, что нет. Окей, арбуз. Давайте вот это... Оп. Уберем. Тут нет ни хрена. Быстрее прячемся под кровать. Да, 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 да. Вали нахрен в подвал. Ой, как удобно мне. Раз уж она так ушла далеко, давайте быстренько посмотрим, что у нас здесь есть сразу. Мастер-ключ. Мастер-ключ, это важно. Давай. Отдай! Отдай! Побежали! Успел? Успел? О-о-о! О, нет, 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 нет! Все, 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 все нормально, все нормально. Конечно, побежала так яростно. Открывай резко! О-о-о! Ключ от замка. Значит, нам нужно за мастер-ключом по-бырому. Очень по-бырому сгонять. Давайте. Отлично. Забрать. И вот так забегаем аккуратненько. Так, опять же, по вашим комментариям, судя, нам нужно перерезать какой-то провод. О, нам еще нужно телек найти. Телек, скорее всего, стоит в гостиной. А это значит налево. Тихо. О! Закрыть! Нет! 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 Блин! Я не успел! Какая же она быстрая! День второй. Какая ты быстрая у нас! Блин, всего лишь один раз сдохли. Это на самом деле очень прикольно. Это шикарный результат. Так и не знаю, где я теперь достану антенну. Она могла ее отнести куда угодно. Смотрите, она пошла. И мы пошли. На всякий случай я проверю. Может быть, антенна лежит здесь? Антенна здесь. Бабку туда приманивать, в сарай, очень опасно, потому что она очень легко заходит прямо мне в рожу, по сути. Как только я пытаюсь найти телек, нам необходимо, чтобы она пошла в подвал. И там она будет гораздо дольше времени находиться. Соответственно, нужна какая-то приманка. Она пошла. Есть. Телек! Его здесь нет! Ублюдство! Ладно, давайте шерстить. Па! Идиот, 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 идиот! Не заметил баночку! А где телек-то, я не понимаю? Может быть, он в гостевом доме находится? А, вот же он стоит! Давай. Итак. Ну? 8-1-6-1. Быстрее вниз, быстрее вниз, быстрее вниз. 8-1-6-1. Давайте подумаем. Мне нужно кодовый замок открыть, перерезать провод на двери, поднять эту штуку. По-моему, все. Будет смешно, если я сейчас пройду эту игру очень быстро. Но это все благодаря вашим лайкам. Я же говорил, поддержка, пожалуйста, прямо сейчас поставь. Если ты еще не поставил, ставь. 8-1-6-1. Боже мой, это может из головы вылететь надо. Ни о чем больше не думать. Так, это хорошо. Она собиралась, конечно, в подвал, но, возможно, я запорол ее вейпоинт. Но если она сейчас пойдет в подвал... Так, ну хорошо, мы ее еще раз приманим. Меня всегда забавляло, как эти капканы спавнятся под ее ночнушкой. Может быть, я настолько ее пугаю, что она просто производит вместо кирпичей вот это. Ладно, давайте. Пожалуйста, быстрее. Вот так. Хорошо, что я не замедляюсь после этого. Это всего лишь медвежий капкан. О! А где она была? Фига она путь проделала, то есть пошла, вышла на улицу, зашла в гостевой домик, там в подвал, и прошлась вот аж до суток. Ну харе, харе злится. Ну не ворчи, не ворчи, баб. Нормально. Или это звук, что капкан обратно туда в нее засовывается. Все,
Успокоилась? Иди в подвал. Да, господи, да. 8161, 8161, 8161, 8161, 8161. Very good. Теперь давайте дальше смотреть. Окей. Давайте в подвал. Боже мой! Она как будто поджидала меня там. Она поджидала меня там и выпрыгнула. Вот этот звук, она услышала этот звук или нет? Чего я не могу дотянуться? Вот. О, мы в подвале. Стоит ли нам там шариться? Мы в подвале максимум найдем колеса, запчасти от машины и фонарик ультрафиолетовый, который тоже нам, в принципе-то, и не нужен. Значит, нам сейчас нужно ключ от замка, потом перерезать провода, потом мастер-ключ, и мы свободны. Сдохли пока что всего два раза. Вы бы так в реальной жизни. Я всего два раза сдох, так что вообще не проблема. Блин, а! Сейчас в подвал пойдешь за закрутками. Подвал, понятно? Подвал, да. Да. Громко. Опасно. До сих пор не знаю, вот эти звуки открывания дверей как-то на нее действуют. Так, нужны кусачки. Да. Мы сейчас терпеливо просто будем ждать, пока она снова пойдет в подвал. Воспользуемся кусачками. И останется только потом еще раз взять мастер-ключ и выбежать. Опа, как мы быстро пошли в подвал сразу сходу. Это очень неотложные дела. Естественно, да, хочется в подвал. И нет времени за мной гоняться. Вот что у нас. Нет. Мне нужно депо... Как... А, это, блин, замок. Вот как это делается. Последний рывок. И все? Черт. Не потому, что я почти что выиграл, а потому, что у меня в голове появилась дебильная мысль. Очень дебильная мысль. Что если попробовать еще и на машину найти? Типа, с машины гораздо сложнее сбежать. А у нас всего третий день. Давайте так. Черт. Я попробую сбежать через машину. Но только если я сдохну, я просто пойду через дверь, окей? А, блин, зачем я это придумал себе? Зачем эта дебильная тяга к приключениям? Сначала нужно просто перерезать вот здесь провод. Окей. Идем в подвал, сейчас перережем там все. Перерезаем. Перерезать. Я, кстати, даже еще пульт не находил от той двери дистанционной. Надо дальше пройти. Вот сюда, там будет кра... А, это не здесь. Где-то будет красное свечение. Нигде нет красного свечения? Какого хрена она? Берем колесо. И только бы бабушка не пришла сейчас вот сюда. Где мы? Че за нахрен место? Я не знаю. Я уже здесь везде был. А, да-да-да, все правильно, все правильно. Аккуратненько проходим. Так, оп. Да. Мы как раз нужны в гостевой домик. Бабки здесь быть не должно, надеюсь. Очень хотелось бы, чтобы ее не было здесь. Надо ее приманить. Давай. Оп! Вот. Сейчас она должна пойти в подвал. Ну, я так думаю. Я не уверен. Что это? Ты че? Сама метнулась. А, она задела камень. Что-то она пошла совсем не в ту сторону, которую я ожидал. Ладно, в любом случае, она, скорее всего, пошла в дом. Можем отнести колесо. Сюда. Сойдет. Быстрее, 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 быстрее. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Сейчас она уходит, и пойдем пошкеримся по дому. А, я понял свой косяк. Я оставил щипцы внизу. Опа. Внезапно она вышла. Хорошо. Тогда мы пойдем в подвал. Вот ты где! Хорошо. Окей. Побежали скорее. Ой, только бы сейчас она не... Тихо. Чуть на баночку не выбежал. Теперь зависит от того, откуда она пойдет. Если отсюда, из подвала, то мы идем в подвал за колесом. Если в подвал, ну вы поняли, в общем, что мы делаем. Немножко умер внутри. Так, успокоилась? Давай, куда ты пойдешь? Ага. Я тебя понял. Какого хрена? Вот это что за говно было сейчас? Опа, день четвертый. Как же это хреново? Ноги слишком болят! Нет. Ребят, с этим у меня просто шансов не будет. Я попытался. Но сейчас... У меня слишком болят ноги, понимаете? Ладно, выходим, надеюсь. Надеюсь, можно. Игра мне мягко намекнула. Не испытывать судьбу. Какой ты уродский... их тут два! Два капкана, она один в другой положила, вы прикиньте? Какая ты хитрожопая.
Вот она снова. Еще один капкан поставил. Еще капкан поставила. Ладно, может быть, у меня получится как-то. О. Давай, 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 давай. Это не открывается, мне нужно открыть другие. Что? Какие-то какие? Вы что, охренели? Какие? Какие? Какие другие замки? Чего? Какие дополнители? Чё, боже мой, вот это подстава. Если бы я сразу проверил, сразу бы открыл, точнее попытался бы открыть, я бы понял, что еще нифига не сделано. Я бы не тратил целую жизнь на этот побег через машину, блин. Короче, я посмотрел, что походу нам нужен вот этот пультик. Не знал, что этот пульт нужен еще и для двери основной, оказывается. Вот, видите, успешно. Было очень успешно. Черт, нет! Последний день! О, нет! Где мы? Опять здесь. Я бегу в слоумо. Какой же я урод. Нам всего лишь надо дождаться, пока она пойдет в подвал. И просто действовать. Другого варианта я не вижу. Блин, ее шагов не слышно. Возможно, она сейчас в подвале как раз таки выйдет отсюда. Боже, как же я нервничаю. Как же... Все, все, все. Либо сейчас, либо никогда. Только не разворачивайся, тварь. Не разворачивайся. Что ты хочешь от меня, игра? Нет, открой! Что ты хочешь от меня? Окей, я сделаю все для победы сегодня. Максимально, прямо сейчас. Надо приманить бабку. А ты где? О, ты здесь была? Что тут делал? Ну, что ты стоишь? Иди отсюда. Иди вот в ту сторону, налево. Налево. Умничка. Лучше бежать, я думаю. О, все, это жопа. Это жопа, кажется. Это такая жопа, я просрал! Черт! Причем я, по-моему, промахнулся мимо дырки в полу. Я бы мог туда зайти, возможно. Зачем я побежал? Я так испугался, блин, мне так плохо. Я проиграл. Секунду. Окей, кажется, это будет чуть сложнее, чем я предполагал. А я предполагал, что будет очень сложно. Но теперь моя цель немножечко изменилась. Я хочу запереть бабку. Я хочу унизить ее, понимаете? Поэтому давайте больше лайков и пошли унижать. Что это? Часть... О, часть рычага прям так сразу нашел. В этих шкафчиках нет ни хрена. Отправляемся в подвал. Оп. Давай, давай. Есть. Ой, громко. Сразу ползем в сарай и проверяем. Давай скорее, пока она в доме. Хорошо, отверточка. Давайте, бросаем. Прячемся. Бабка пошла в подвал, отлично. Значит, мы идем в комнату. Молоток, окей. Как я так урод сбил? О, боже мой, боже мой. Есть. Арбузина. Потом придем за арбузом, нам нужно наверх. В закрытом шкафчике мастер-ключ. Кажется, бабка в подвале. Чуть раньше бы пошел. Подол. Стоп, а можешь сходить вниз? Давайте вниз пойдем. А что я тихо говорю? Она же не слышит меня. Антенко. Не будем рисковать. Все. Антенна есть. Идет, идет, идет. Very good. Да что ж ты будешь делать? Ну ты... Ну ты... Стой! Вот так, все, теряет. Теряет меня из виду. Забывает, что я здесь. Ты не можешь нагнуться, да, бабка? Спина просто мешает ей. О, окей, пошла наверх. Что ж, мы, видимо, в подвал дальше идем. Самое любимое мое место. Где как не в подвале? Весело проводить время. Опа, здравствуй, ты снова здесь. Сым, но идем. Сым, но идем. Но аккуратно идем. Ох, белиссимо. А давайте положим здесь. А. А. Есть. Пойдемте. Я боюсь. Идти в подвал было очень страшно.
да ладно. Она пошла наверх. А я тогда вниз. Стоп. А чё я сразу вниз? Блин. Надо было воспользоваться ключом сразу. Итак, мы в том самом моменте, где мы можем закрыть бабку наконец-таки. Попробовать, по крайней мере. Для этого хватаем пульт. Почему? Она просто не слышит, как я роняю пульт, прикиньте. Открываем дверь. Аккуратненько. Блин, да что ж ты будешь делать? Почему теперь я слышал ее шаги? Она же была в подвале. Как это работает? Почему всегда по-разному? Почему? Так, она пошла наверх. Да, конечно, с пультом это ну такое себе. Блин. Ладно, тихо. Не заметит. Она не заметит, а мы возьмем арбуз. Арбуз? Давай, берись, тварь. Идем. Сделаем вот так. Так. Теперь желательно сделать вот так. Угу. Что-то я не ждал, что она в эту сторону пойдет. Там же лучше. Дерево пошло нахрен! Что здесь? Ключ от сейфа. О, есть еще отлично. Щипцы, щепочечки. Смотрите, фонарь. О, смотрите, уже вижу след. Вон он. Понятно, значит, бабка-автомеханик. Куда след-то ведет? Вниз ведет. То есть эти штуки тоже в разных местах. Хорошо, мы сейчас откроем гараж. Вниз, правый наискосок и друг на друга. Вниз, правый наискосок, друг на друга. Отлично, дает нам шанс. Сначала открываем. Вниз, правый наискосок. Друг на друга. О, тут лопата есть. Вот щиток. Пожалуйста, прыжок от бога. Да. Ну, давай. Дерьмо! Надо идти в гараж, щиток резать. Надо идти резать провод возле двери. И еще один провод колокольчиковый. Опа, она идет вниз. Очень хорошо. Сейчас мы все порежем. И в гараж сразу пойдемте. Нет. Рано в гараж. Посмотри, что здесь есть. Здесь телек стоит. Рукоять. От колодца рукоять. Ладно, идем в гараж. Ну что ж, пора резать. Надеюсь, она не здесь. Окей. Нам надо в сарай. Мы в сарае. Она пошла вниз. Замечательно. Тогда берем... Где рукоять? Ставим здесь, что ли. Ну что ж, нам пора идти в подвал. Нам еще молоток нужен. Приманим? Не знаю, зачем. Может быть, не стоило. Зато, когда услышим, что она снова ходит в доме, будем уверены, что она практически на 80% не спустится в подвал в ближайшее время. Шаги есть. Теперь бы просто выйти отсюда. Я уже не помню, как идти. Так, это все открыты, да? Блин, я что, повсюду здесь был? Прям вообще везде посмотрел? Ты тут, бабушка? Бабушка? Она еще в доме. Да мы быстрее в дырочку! Ну я же все посмотрел, разве нет? Кажется, игра вынуждает меня. Она хочет, чтобы я прошел ее через машину. Слушайте, ну это же просто издевательство. Ну идти с такой скоростью, ну боже мой. Ставим? Почему нет? Все, радиатор поставили. А вон и колесо. Это подарок судьбы. Блин, нет! Черт! Это была подстава судьбы. День третий. О, ключ здесь! Но это ключ от двери, он мне нахрен не сдался. Тут точно все посмотрели? А, нет, здесь ничего нет. Я что-то вообще не вдупляю. Ой-ой-ой. Батарея. Ставим. Ну что ж ты будешь делать? Ну как так?
Ну, здесь нету ничего, ну нету блюдства. Довели до слез. Не до слез, но до нытья. Я уже ною, блин. Меня бесит это. Иди в подвал. Своенравная бабка, а? С характером. Я тоже с характером. Я снова сброшу твою картину. Такая подлость во мне живет. Ой, что это она обронила? Какашку? А... Длинно. Ну, естественно, картины сами по себе падают. Для нее это как призрак. Я б тоже. Неужели? Спасибо. Old fucking bitch. Сейчас запилим это колесо. Господи, ну и скорость. Погодите, тут надо вот это забрать. Все, будем постоянно ее картины приманивать. Пусть идет в подвал. Я буду заполнять машину бензином. Кстати говоря, почему-то только одна канистра больше. А, еще одна в серванте. Пошла, молодец. Nice fucking bitch. Так, наливаем. Все, бабушка, возможно, сейчас выйдет. Она вышла. Она вышла, но не увидела меня. Как хорошо, что я по стеночке шел. Отлично. Она здесь? Молодец, что закрылся, бросай. Шаги прекратились, есть вероятность, что она пошла в подвал. Рискнем? Кто не рискует, тот не подыхает от бабок. Идем. Отлично. Итого, у нас стоит батарея в машине. У нас есть, что там, по-моему, радиатор. И полный бак. И одно колесо. Надо еще три колеса всего лишь. Ну что может быть проще, правда? А канистр не пойдет для колеса? Нет. Не очень, видимо, и хочешь уехать отсюда. Окей. Шагов нет. А значит, она в подвале. Мне там быть нельзя. Мне надо наверх. О, боже мой. Вот колесо. Так, давайте возьмем это колесо. О, она пошла наверх. Наверх, да? Наверх. Чтобы мы успели пойти в гараж. Можем не успеть. Мы успели. Ум. Как вовремя все. Вон еще одно колесо. Так, значит, смотрите. Кидаем. Прячемся и ссым. Ага. Что ты там? Что там делаешь? Отложила. Детеныша своего. Давайте берем колесо. О, хорошо, она в доме. Метод камней. Кидаем, дразним, надеемся. Нет, она пошла не туда, куда я хотел. Ну-ка, быстро вернулась. Вот. В глазах помутнело, Надо быть осторожным. Боже мой, у нас так мало шансов осталось. Она ушла. Оставила кучу капканов. А мы идем с колесом номер 3. А, была не была, в гараж пошли сразу. Смогли? Окей. Последнее колесо. Вы представляете, где последнее колесо находится? Нам надо в подвал. Боже мой, здесь вообще нельзя ошибаться. Черт, она может быть и на улице, и в подвале. Как мне понять? Я знаю. Услышим шаги сейчас. Дождемся, пока они стихнут. И она будет либо на улице, либо в подвале. Но в любом случае у меня будет возможность. Она ведь не заходит сюда, вот с этой стороны машины. Опа. Была, не была, черт. Ох, боже мой.
Теперь мне нужно, чтобы она вышла отсюда туда. Вот это можно с собой взять, да. Все провода порезать там. Вышла, пошла ходить. И пошли мы ходить. Я вообще не помню, где было колесо. Понятия малейшего не имею. Есть. Вот она. Божечки, божечки мой. На тебе по картине, тварь. Как так? Забыл. Забыл смотреть под ноги. Последняя ночь. Колесо у нее? Нет, по-моему. Значит, оно все еще там внизу. А там это, блин, где? Ссаный, обоссанный капкан. Вот оно. Ой, я же не перепрыгну. Куда-нибудь. Дайте спрятаться где-нибудь. Так, темно, я вообще без понятия, где она сейчас может быть. Шаги слышу. Только не говорите, что она забрала колесо. Только не говорите, что она забрала мое... Она забрала мое колесо. Нужен камень. Разобью, бью голову. Так, давайте. Вызываем. Ждем. Она даже не смеется. Старая Грэнни, она всегда смеялась, когда... Вот, погодите, вот он, вот он, вот он, вот он. Колесо у нее. Она ушла очень далеко. Это мой шанс на самом деле. Очень даже неплохой шанс. Я своих же звуков испугался. Она с колесом? Ты с колесом или без? Господи, какой серьезный летсплей получил. Колесо у нее. Колесо, блин, у нее. Иногда она приходит вешать картину и роняет все, что у нее в руках. Трогай колесо! Умница. Так, значит, сейчас что делаем? Берем колесо. Роняем. Сейчас я вот над чем рассуждаю. Если она пойдет вниз в подвал, то мне с улицы в гараж идти супер опасно. Она же выйдет с той стороны, прямо возле гаража. Возможно, нам лучше спуститься в сарай и дождаться, пока она уйдет в подвал. Все-таки так шансов гораздо больше. Тем временем она пока не хочет еще идти в подвал почему-то. Чувствует, чувствует. Смотрите. Тварь! Искреннее бесиво у меня сейчас уже. Окей. Только бы она не развернулась. Боже мой, какие же мы медленные. Какие же мы медленные. Мои ножки болят слишком сильно. Не могу убежать. Женя, прости. Какой же ты нычек. Вы же понимаете, что сейчас, когда она пойдет вниз, это будет означать финальный рывок. И там либо все, либо ничего. Либо мы выиграем, либо мы проиграем. Поехали. Все или ничего. Все или ничего. Жизнь или смерть. Победа или поражение. Поехали. Поехали! А! Поехали! Че надо жать? Езжай, урод! Друзья, спасибо вам за ваши лайки. Ибо ваша поддержка помогла мне это сделать. Господи, какой высокоморальный выпуск опять у нас получился. Какая же мораль-то здесь? Мораль такая. Если у вас есть цель, великая цель, вкладывайте максимум своих усилий. Не пытайтесь идти легким путем. Потому что я попытался с этим сделать, с этим пультом, запереть ее, в итоге запер сам себя, еще и сдох. И получил по носу фактически. Но я решил идти до конца. И даже несмотря на то, что моя цель была сбежать просто через дверь, в итоге я сбежал
через машину, с помощью... через машину, правильно, да? Через машину сбежал, что в разы сложнее. И более того, я сбежал на последней ночи с поломанными ногами. Я не мог двигаться быстро, я сбежал от бабки экстремальной. Это просто, это фееричный финал. Я до последнего думал, что сдохну сейчас. Потому что она в любой момент могла просто повернуть и назад пойти. Она такое уже делала. И я просто доверился чутью и сказал, пора. И все. И все. Я потратил на это больше 5 часов. Вот судя по своему таймеру. Но на того стоило, потому что чувства, эмоции, они такие настоящие, такие живые сейчас. Я надеюсь, что вам понравилось. Если ты здесь впервые еще не подписан, пожалуйста, подпишись, как бы, ну, достойно подписки. И достойно лайка. Спасибо, друзья, всем вам за поддержку. Это было очень круто. И теперь мы ждем новую Грэнни, четвертую, именно оригинальную Грэнни ждем, четвертую часть. А может быть, еще каких-то игр наподобие этого. Не думаю, что есть смысл сбегать через дверь, потому что ничего круче вот этого уже точно не будет. А значит, мы прощаемся с Грэнни ремейк и ждем каких-то либо обновлений, либо новой части оригинальной игры. Так или иначе, мы с вами увидимся еще в следующем крутом видосе. С вами был Юджин. Люблю вас всех, обожаю, целую, обнимаю. И всем 5!